В народе бытует мнение, что средство фэри из серебра делает золото. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. А сегодня я подготовил для вас кое-какой лайфхак. И собираюсь проверить, рабочий он или нет. Погнали! Всем привет! Вы на канале Валдис Лайф. И с вами я, Валдис, как обычно. Вот. Тема лайфхака какая? Не тема, а суть. Наносится средство фэри на руки и ждем, пока высохнет. Потом этими руками можно залезть в мазут, и как будто бы он легко смоется. А мы и посмотрим сегодня. Спустя 1 минуту 37 секунд. Для этого нам нужно средство фэри. Что мы делаем? Прямо вот так вот наглым образом наносим на руки. Побольше, наверное, надо. Вот. Нанесли. И вот так растираем. Ну и мерзость. Почему оно мылится? Я же воду не использую. Вот так вот сделали. Ждем, пока высохнет. Слушай, а может быть и колеса намазать так же, чтобы они не пачкались? Ну вот, руки немножечко подсохли. Вот так это все выглядит, в принципе, незаметно. Но теперь идем мараться. Для этого у нас есть вот такая моя машина. Масло бежит, потому что прокладка течет. Вот, но этим маслом мы, собственно, и измажемся. Почистим. В принципе, вот так выглядят руки механика всегда. Ну, теперь идем проверять. Вода самая обычная из пруда, из местного. Ну чё? Поехали. Так как фэри нанесено на руки, уже мылить вам не придется руки. И в принципе, это вполне себе работает. Да? Я удивлен, если честно. Я думал, что нет. Что работать явно не будет это, но результат вот такой. Так что, дорогие автолюбители, пользуйтесь, забирайте себе, копируйте, показывайте друзьям. С вами был Валдис, вы были на канале Валдис Лайф. Подпишись и поставь лайк, я очень старался. You can be my drug.